Самая загадочная картина Третьяковской галереи. Один из самых интересных фактов – это то, что художник запечатлил себя непосредственно самостоятельно на этой картине, который с удивлением наблюдает за появлением Христа. Работа над картиной была очень утонченная и детальная, поэтому автор сделал целых 700 эскизов для этой картины. Николай Гоголь был лучшим другом на тот период, поэтому он периодически появляется на картинах данного автора. Мы можем увидеть, что сначала автор пользовался красной краской для того, чтобы изобразить набедренную повязку. Далее, видимо, по колористике Иванов понял, что цвет будет не совпадать с общей идеей картины, поэтому он делает повязку белой. Пишите комментарии, подписывайтесь, здесь все про искусство.